Ну, Нархала это ящер, который не сдавался. А Кантен, он, в общем-то, крепкий-крепкий игрок. К сожалению, в основном, и судя по прошлому турниру, Нархал в основном выступает в роли груши. Она стоит и ничего не делает, имитирует компьютера на уровне изи. Что удается ей с высокой степенью достоверности. Ну что ж, Контен что-то в огне немного. Но даже когда Нархаль удается угадать, она не делает ни комп, ни каких-либо дамагающих ударов. Это рингаут. В прошлом турнире, на котором она играла, в принципе, было то же самое. Она играла с другим игроком и выиграла один бой рингаутом, тем же самым броском. Я хорошо это запомнил, потому что такое не забывается. Начала поагрессивнее играть уже, хоть это радует. Ой-ой-ой, Контон прокатывается по ней, как паровой каток, но и запарывает Брейвэдж версию атаки. Но для человека в латах у него очень ловко выходит драться ногами.